Такая она классная. Всем привет, я Даша Ключ. Сегодня будет обзор моих покупок из магазина Sephora. Пришло то время, когда все западные мастхэвы стали нам доступны, так это или нет. Сегодня мы убедимся и проверим на корзине моих покупок, которые я сделала прямо сегодня с утра. Я уже, правда, забыла, что я купила, потому что много купила таких маленьких тестеров, ну, как сказать, которые продаются около кассы. Можно сказать, мини-полноценный продукт по более привлекательной цене. Ну, в общем, не в этом дело. Как вам мой фон? Я купила себе новый объектив с боке, ему очень этому рад. Я немного поменяла локацию, думаю, для распаковок, может быть, подойдет такая более домашняя атмосфера. Это я нахожусь в зале, сзади у меня виднеются оголенные провода и батареи. Но, думаю, это чисто реалии российские. Если нравится фон, то ставьте лайк. Ну или лучше напишите комментарий, типа, мне нравится фон, потому что я буду упрашивать лайк еще за много за что. Sephora была представлена в Эль-де-Батте, именно какие-то продукты Sephora. Но сегодня я буду делать обзор не на продукты Sephora, что, в принципе, если будут запросы, я тоже сделаю, на то, что можно купить в Sephora, что я сегодня, собственно, потратила свои собственные деньги, то, чего не было раньше. Ну, в Эль-де-Батте. Эль-де-Батте – это та же Sephora, поэтому в Sephora карточки от Эль-де-Батте тоже действительно. Не буду я долго тянуть. Чаек немножечко мне надо попить, который я на диван разлила прекрасно. Первое, это, естественно, ресницы Huda Beauty. Честно скажу, не пробовала еще вообще ни одни ресницы Huda Beauty, потому что мне было лень заказывать это за рубежа, так скажем, с Америки. Или с Дубая, где она находится. Jade 13. Очень интересная тема. Это палеточка тоже Huda Beauty. Новенькая. Это маска I'm Sorry For My Skin. Тут 5 штучек в упаковке. Я ее, кстати, сейчас прям сделаю, потому что у меня на лице нет тона. Я все-таки купила что-то от Sephora. Это вот такой красивый керлер розовенький. Не знаю, как он работает, но я думаю, керлер, в принципе, плюс-минус. Точилка от Sephora. Блин, нафига я это взяла? Ну, с утра немного с бодуна прошлась. И Форсали. Это сыворотка, праймер, который наносится перед макияжем. Праймер, эссенция единорога. И очень круто, что после этого всего заказа мне дали в подарок кисточку на выбор. Там были разные, сейчас мы ее тоже откроем вместе. Я выбрала для скульптурирования, но мне кажется, ей будет круто наносить тон. Вот, так что очень даже неплохо Sephora. Прости мою кожу за алкоголь, вот честно попробую реально когда-нибудь с бодуна использовать эту маску. Вы не представляете, как на меня действует соль, алкоголь и вообще обжорство вечером. Утром я просто просыпаюсь, как будто бы два разных человека. Я реально говорю, ну то есть жестко очень приливает вода к коже, особенно к лицу, я просто могу превратиться в буряты. Эта маска сделана в форме стаканчика из-под кофе. Очень, кстати, прикольно. И тут просто положены маски. Вот удивятся мои баристы, когда я приду и скажу, налейте мне, пожалуйста, кофе в этот стаканчик. Тут 5 масок, которые действуют каждая по 10-20 минут. Ничего, кроме бровей, у меня на лице нет. Что брови перед моим макияжем чудеснейшим превращение в братс, который я выпущу, думаю, на Инстаграм, на моем Инстаграм, так что следите за моим Инстаграм. Мне пришлось побрить брови, ну, собственно, да, поэтому с ненакрашенными бровями я пока что появиться не могу. Блин, эта маска? Не, мне показалось, я думала, она пахнет пивом. Я экстракт бурых водорослей способствует снятию стресса. Как она действует, можете мне сказать? Я сижу с каким-то мусором и пытаюсь разобраться, как работает маска. В общем, если у меня стресс не снимется через 20 минут, как бы пеняйте на себя. Я ее довыдавлю и нанесу на лицо. Пока я подожду минут 10-20. И вернусь к вам. Прошло, наверное, минут 15. Маска стала более теплой. Когда я ее только нанесла, как раз эффект антистресс, лицо было охлаждено, все. Но я думаю, это можно добиться с любой маской.
если положить ее в холодильник минут на 15. 1300, эта маска стоит 1400 рублей. Если разделить на 5 масок, там около 300 рублей, что ли, наверное, получается. Можно либо втереть, либо немного промокнуть салфеткой. Огромный патч на все лицо для экстренных случаев, либо для спа-дней, так называемых. Переходим дальше. Я, если честно, не особо фанат, не слежу, ну, поскольку она появилась в России, грех не взять, как говорится. Ну, давайте ее открывать. Sephora открылась пока только в Москве, но заказать ее можно на интернет-магазине sephora.ru. Все эти продукты, которые я сегодня буду обозревать. И если вы будете это делать, то воспользуйтесь сервисом Мега Бонус. Это сервис, который возвращает деньги с покупки, с любой покупки. И Sephora туда входит. Пользоваться сервисом очень просто. Нужно перейти на их сайт, найти там магазин, который вас интересует, либо установить расширение, которое добавляется в один клик. У меня оно установлено. И тогда, когда вы будете заходить на тот магазин, в котором вы собираетесь совершить покупку, у вас просто будет выскакивать сервис, и процент от заказа остается у вас в вашей копилке. Оставляйте без внимания этот сервис те, кто пользуется AliExpress. Потому что можно получать не только кэшбэк, но еще и отслеживать свои посылки и проверять, честный продавец или не очень. Деньги выводятся куда угодно, хоть на мобильный телефон. В Sephora, кстати, большой процент кэшбэка, он доходит почти до 9%, но если вы воспользуетесь промокодом, который я оставлю по ссылке в описании, то можете добавить плюс 14% кэшбэку. Действует он до 27 февраля, естественно, он ограниченный. Так что пользуйтесь, успевайте заказать до 27 февраля что-нибудь, либо дать предложить подруге, ну, в общем, кто-нибудь сэкономит с этим промокодом. А мы идем дальше. Блин! Она классная. Палетка... А нет, я думала, на палетке нет. Слушайте, на палетке такая пленочка, которую, мне кажется, можно на экран телефона приклеить. Такая прям качественная. В общем, тут идет вкладыш. Ее глаза, собственно, как и везде, только закрытые. А, и на палетке тоже, кстати, закрыты глаза. А, на всех палетках, по-моему, закрыты. А, нет или нет? Не шарю, понимаете? Ну, не очень шарит человек. Розовая. Вы просто посмотрите, насладитесь. Насладитесь ей полностью. Первое прикосновение будет, естественно, к этим. О-о-о, пигментация. Все сводчи этой палетки можно посмотреть. Будет дальше. Хотела сказать в интернете, ну ладно. Я ее проверила в магазине, и часто они падают, и никто не хочет продать вам, допустим, поломанный товар. Просто нужно проверить и посмотреть, удостовериться, что она не ломаная и не разбитая. Сколько цветов получается? Раз, два, три, на раз, на шесть. Шестью три, 18. Вот, допустим, кто трогал тени Lime Crime, на них можно даже на сухие тени надавить пальчиком, и они уже как бы трескаются. Тут они достаточно прям туго спрессованы. Надеюсь, все будет ништяк. Я сделала себе тон лица. Сводчи. О, кому-то придется мыть диван. Кстати, у меня тут 90-210. Ярок. Я когда делала сводчи, я уже просто мечтала о том, чтобы нанести это на глаза. Я нанесла тон, у меня форсоли простаивает. Как я поняла, тут еще есть консилер. Сначала я подумала, what the fuck, но потом поняла, что, в принципе, когда ты красишься и куда-то быстро собираешься, тебе нужна жирная текстура, допустим, и неохота идти искать консилер. Ну, обычно у меня лежит, конечно, прямо передо мной, но не суть. И ты берешь и просто подправляешь тем, что есть в палетке. Ну... Почему нет? Напишите в комментарии, каким бы накрасили. Так, если смотреть по руке, какой тут более привлекательный. Обрамим складку, добавим золотинку. Как бы, собственно, что еще думать-то, что гадать. И в складку века сразу же нанесу вот этот оттенок. Пусть он мне немного попятнит. В палетке этот цвет более коричневый, на глазах он более розовый. Как так? Более коричневый был бы оттенок Тедди. Эта палетка раскрывается на всех абсолютно по-разному. На этот глаз я нанесу консилер. У меня там, правда, есть тон уже. Но была не была. Переливается такой тоненький. Обычно говняные консилеры кладут, и все это знают, что консилерами в таких палетках лучше не пользоваться. Но этим грешили палетки, которые собирают в себя и помады, и тон, там и румяна, и корректоры. А когда... человек знающий делает, то я думаю, консилер он положит более-менее нормальный, хороший. Берем этот же оттенок и пробуем просто с другой стороны. Ой, очень странно, но
как будто бы менее пигментированно ложится на этот консилер, но меньше пятен. Мне не нравится запудренность на веках, и я редко использую сначала светлый оттенок, потом еще какой-то оттенок. И поэтому часто бахаю прямо на тон свеженький или какой-нибудь нефиксирующийся, как у меня сейчас от Clarins увлажняющий. Когда я хочу красивые растушевки, то, конечно, я так не делаю, но... Ну что, плохая растушевка? Отлично. Допустим, залезли вы высоковато. Вы берете плоскую кисть, набираете немного консилера и добавляете этот консилер под бровь. И немного спускаете на тушевку. Потом берете, стряхиваете кисточку и проходитесь еще раз в этом месте. И получается чистая тушевка. Просто наичистейшая. Хочу нанести еще вот этот оттенок Tess на века. Я сегодня в такой футболке, что мне свадебный макияж, ну просто никак не делать. 90-е, гранж. Когда берешь тени и даже не стряхиваешь, ничего не спать. Много грязно-розовых цветов. Худо способна угадывать то, что подходит людям, и это очень классно. Нанесу этот же оттенок на нижнее веко. В этой палетке куча разных текстур, я думаю, вы уже поняли, посмотрев на свотч. Мои смоки нужно немного поджечь. И... А, вау, прям лепится. Сюда. Как часто у вас заканчивались палетки? Я думаю, с этой палеткой это точно произойдет, потому что вот этот оттенок прям уже пальцем продавился. Мне придется подтирать тоном и, собственно, использовать сыворотку Форсали. Я не могу не подсветить внутренний уголок глаза, и сделаю я это с помощью оттенка Фэнтези. Он тоже немного медный. Сделает мои глаза просто ярко-красными. Он-то медный, но на глазах почему-то розовый. Классно. Мы еще точно вернемся к этой палетке. Переходим к сыворотке. Это сыворотка Форсали. Инстаграмная еще одна вещь. Это такая жижица, которую, если вы смотрели Instagram Makey, капают перед макияжем, чтобы и защитить его, и сделать красивый эффект. В общем, пришло мое время сделать то же самое. Кожа будет питаться, переливаться. Я не знаю, то ли из-за того, что я только что смыла мейк, у меня жгет лицо. Это терпимое ощущение, надеюсь, никаких прыщей у меня и на следующий день не будет. Продлевает стойкость макияжа, ну фиг знает. Я и так пользуюсь абсолютно нестойкими тональными средствами, так что я его особо продлевать и не собираюсь. Это средство от Clarins, тон я наношу. True Radiance мне очень нравится за счет того, что он подвижный на лице. Сейчас скажу, легче наносится он или нет. Ну, знаете, чуть-чуть, может быть, на какую-то капельку тон лег ровнее, я просто не понимаю. Плюс этот тональный крем не наносится плохо просто никогда. Да, у него есть проблемы со стойкостью, но он всегда отлично лежит. Ну, кроме как на жирной коже, естественно. Я хочу сейчас взять оттенок Crave и нанести его в качестве хайлайтера. В качестве сильного хайлайтера. Что я сделал? Что я сделал? Под сомнением, надо тестировать. Не совсем понятно, и вау-эффекта не получилось. Совсем новенькие крошки. Идем дальше, я буду клеить ресницы от Huda. Это ресницы, хотел сказать, в оттенке под номером 13 Jade. Самые распиаренные ресницы этого мира, наверное. Тут есть маленькая инструкция, как ими пользоваться. Эти ресницы стоили 1000 с чем-то рублей, и, естественно, они многоразовые. Тут все очень легко. Просто опахало, на каждый день не подойдут. Эти ресницы реально большие, но очень эффектные именно для видео, для фото. Если ваши знакомые увидят вас в этих ресницах, могут вас просто не узнать, потому что разрез глаз меняется, и они становятся очень выразительными. И, естественно, нужно определенным образом оформить брови, губы. Кстати, губы. В упаковке он выглядит классно, я его протестировала. В магазине мне он понравился, и решила взять в кои-то веки розовый блеск. Так, пахнет очень приятно.
аппликатор такой странненький. Приятная лопатка. Я думала, этот блеск даст хоть какой-нибудь цвет на мои губы, но нифига. От блеска я, конечно, ожидала немного другого. Я ждала, чтобы он был розовый, но он просто прозрачный блеск на губах. Точилку. АСМР легкий. Тихо, терпим. Я уверена, что керлер нормальный. Я, как обычно, уже наклеила ресницы и их не подвела. И вот такой вот красивый розовый керлер и точилка. Это были все мои покупки с магазина Sephora. Из Sephora у меня есть еще много что от Kat Von D. Это прям любовь. Это хайлайтер, который дуохромит в разные оттеночки. На кассе в миниатюрах вот такой вот маленький треугольничек лежит. И там мини-хайлайтер Kat. И это как раз таки то, что нужно, потому что нафига много дуохромных хайлайтеров. Цена вроде бы в половину уменьшена. Я уже не знаю, где сделать свотч. Это отличный вариант, потому что, ну, кому нужно такое количество дуохромных хайлайтеров? Короче, миниатюры – это вещи. Вот такие вот палетки. Это палетка контуринга. Сразу говорю, извиняюсь, что все грязное, потому что реально находится в использовании. Палетка для глаз матовая, универсальнейшая просто. Это коррекция, это румяна, это пудра под глаза. Просто конфеточка. Помада Лолита такого коричневого оттенка. Это один из самых ходовых оттенков. Ой, левой рукой неудобно делать свотч. У меня еще есть такая красно-бордовая помада, которую так любит Кэт, и она практически везде с ней ходит. Это ее вроде как любимый оттенок, ну что-то типа того. В целом, о том, что сегодня я приобрела, не считая Кэт, Кэт просто the best. Палетка, однозначно да, палетка прям такая она классная. Содержимое, если у вас нет палетки Худе, как у меня не было до этого, то я думаю, это будет отличное приобретение, хорошее вложение в розовый нюдовый цвет. Ресницы so-so, реально, можно такие заказать и на Али, если вы на бюджете, но лучше, конечно, себе не экономить, поэтому я сегодня взяла Худу. Да, мне нравится, как макияж выглядит с ресницами, реально совершенно другое дело, но я потом сделаю как-нибудь гид по классным ресницам с Али. По цене вдвое меньше, чем ресницы, я купила блеск от Sephora, который мне, ну, вообще как-то не понравился. Не знаю, я думала, он будет розовее. Капли Форсали столь распиарены, но не так понятны по действию, как бы хотелось. Буду пробовать, тестировать на разных агрегатных состояниях своего лица. Утром, вечером, днем. В общем, вы поняли. И сама себя о себе напомнила маска I'm sorry for my skin. Скорее да, чем нет. Прикольная упаковка, недорогая. Кожу нужно баловать. Как вы это будете делать, решать только вам. С вами была Дарья Кей. Пишите мне комментарии, оставляйте лайки, передавайте промокод друзьям, потому что он действует всего до 27 февраля. С вами была Дарья Кей. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Пока.